изначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О, человека, земли уба от земли создахомся, и в землю тую жде пойдем. Я тоже повелел, если создав имя и реки ими, яко земля и сей в землю отыдеши, а может все человецы пойдем надгробное рыдание, творящая песнь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрость просит, услышим святаго Евангелия. Мир всем. От Иоанна святаго Евангелия гочтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Боже. Наклоните все свою главу. Рече Господь ко пришедшим к Нему иудеям. Аминь, аминь, глаголю вам. Яко слушай словесе моего и веруй пославшего мя, им от живот вечный. И на суд не приедет, но приедет от смерти в живот. Аминь, аминь, глаголю вам. Яко грядит час и ныне есть. Егда мертв услышат глас Сына Божия, и услышавшие оживут. Яко живу Отец им от живот себе. Так и даст и сынове живот имейте в себе, и область даст ему, и суд творите, яко сын человеч есть. Не дивитесь сему, яко гряди час. Вон же все сущие во гробе услышат глас Сына Божия, и изыдут сотворшие благое воскрешение живота, а сотворшие злое воскрешение суда. Не могу аса себе творить и ничесо же, яко же слышу, сужду, и суд мой праведен есть, яко не ищу воли моей я, но воле пославшего мя Отца. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Господу помолимся, Господи, помилуй. Господь Иисус Христос, Бог наш, и же божественные заповеди святым своим ученикам и апостолам дава, его еже вязать и решивши паче грехи. И от оных мы паки, приемши вины, такожде творите, так и да простит Тебе новоприставленный Адам, аще что соделалось и в нынешнем веце, вольное или невольное, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Задувайте свечи. Свечи после отпевания соберете, не сейчас будет суета. Иди же все святей Твои упокоиваются, упокой душу раба Твоего, яко единый си человека любит. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Ты есть и Бог. Сошеды во от Иуда окованных разрешимый, самый душу раба Твоего упокой, и ныне и присно, и во веки веков, помилуй, единочистая, непорочная, Дева Бога без семени родшая, молись спастись от души Его. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И еще молимся о покоении души усопшего раба Божия, новопредставленного Адама, и вы еже проститесь ему всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я, когда Господь Бог учинит душу его, и держа праведнее упокояются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
милости Божией от Царства Небесного и оставления грехов Его у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего просим, подай, Господи, Господи, помилуй. Боже духов и всякие плоти, смерть поправой и дьявола упразднивой, и живот мир Твоему даровавый. Сам, Господи, упокой душу усопшего раба Твоего вместе светле, вместе злачнее, вместе покойнее. Отнюдь уже отбежи болезнь, печаль и воздыхание. Всякое прегрешение, содеянное им словом, или делом, или помышлением, яко благие человека любит Бог прости, яко несть человек, и же жив будет, и не согрешит. Ты б один храме греха, правда Твоя правда вовеки, слово Твое истина. Яко Ты иси воскресение, живот и покой, души усопшего раба Твоего Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем со безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Во блаженном успении к вечный покой подашь, Господи, рабу Твоему новопреставленному Адаму, и сотвори ему вечную Yeah.